И здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами снова канал Cat Family. Меня сегодня спросили о переносках, я хотела вам рассказать. Значит, очень часто владельцы покупают переноски с пластиковыми дверями. Во время перевозки животных вы просто можете животное потерять, которое просто головой выбьет пластиковую вот такую вот дверцу. Замок в пластиковых дверцах некачественный, очень многие волонтеры перевязывают их скотчем. Я считаю, что лучше купить за те же самые деньги нормальную переносочку. Вот, видите, с железным замочком. Такие вот замочки, они для авиапутешествия, для перевозки животных очень хорошо. Сейчас мы рассмотрим вам с вами вот одну такую переносочку, вот, которая мне очень нравится. Мы ее купили в ветклинике «Зоолюкс». Значит, вот здесь вот ручечка вот такая вот силиконовая, она отстегивается и застегивается. Дальше, сама она внешне симпатичная, она маленькая, она выдерживает котиков, ну, где-то до 5 килограмм. Вот, большого кота с ней, в нее, конечно, вы не засунете. Вот, вот здесь вот есть держатели, видите, вот, раз держатель. Два вот большой открывается. Вот три. Вот, когда особенно у вас котята, вам легко вот сюда вот просто поместить котика. Вот видите, вот еще держатель. Самое главное, когда вы забираете где-нибудь, покупаете переноску, обращайте внимание, чтобы все были крепежи в наличии. Значит, вот эти вот железные дверцы, они должны вот, вот в такие вот штучки, видите? Цепляться, а не просто вот, вот этот пластик. Вот видите, здесь у нас есть раз, два, вот три, четыре, и вот дверца полностью туда входит. Здесь пружинный замочек, естественно, вы внутрь туда что-то стелите для того, чтобы котику не было холодно. Еще очень многие у нас есть еще чехлы для таких переносок. Это очень напоминает мне ИАТУ номер один. Вот, у нас есть и чехлы, и когда мы ездим, допустим, с котиками в ветклинику, мы одеваем чехольчик, застегиваем теплый чехольчик, чтобы не продуло ребенка. Значит, остается только вот такая вот открывашечка тут. И я довольна. Вот, дверца очень качественная, она не ржавеет. В одном из наших видео мы потом посмотрим о переноске ИАТА, чем они отличаются. Вот хотела вам показать, чем отличается номер двоечка от номер единички. Вот такая вот ИАТА у нас номер двоечка. Тут тоже получается железная дверца с таким замочком. Тут, значит, вот такие вот держатели по бокам. И опять же, тут очень даже качественная ручка. Если вы едете куда-то, вы можете сюда вот положить, допустим, паспорт. Тут открывается такая вот дырочка. Вот. Сюда она вот просто... Тоже замочек. Вот такой вот. Вот, правда, он немножко у нас проржавел за некоторое время. Но замочек мне здесь очень нравится. Но в эти переноски вы можете котиков, допустим, ну, даже где-то вот от 8 до 12 килограмм. То есть, если вы планируете, допустим, сама переноска весит около 2 килограмм, знаете об этом. Это те, которые вот ИАТА Эстерпласт. Первая переноска, она весит немножечко легче. Вот, но там силиконовая ручечка, видите, здесь вот она более такая вот, как бы более прочнее. Но единственное, что у нас была такая ситуация, когда вот один из котиков, во время того, как мы возили его на кастрацию, значит, просто как бы пытался вырваться и начал вот здесь вот проламывать головой. И что мне в них не нравится, то, что вот это вот может треснуть, и вы потом очень тяжело будете искать верхушечку от таких вот переносок. В общем, вроде бы я рассказала обо всем. Замочки, видите как? Это номер 2 Астерпласт, там переноска, по-моему, ИАТА. Это... Это вот такая вот. Ну, мне она как-то более симпатичная. Я обычно с котятами в ветклинику с ними езжу. Или, допустим, с пожилыми котиками. Пожилые котики, они уже, естественно, с возрастом немножко худые. Вот. Это как бы очень огромная. Это как бы
маленькая такая, уютная, удобная. В общем, вроде бы рассказала обо всем. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. С вами был канал Cat Family. Я так подумала, что о переносках нужно действительно рассказать, потому что мне очень часто задают об этом вопросы. Спасибо, что досмотрели до конца.